Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты. И я, Инга Пенер, главная тема выпуска. Готовностью Самары к Мундиалю остался доволен. Итоги визита заместителя председателя правительства России Виталия Мутко. БТРы грязи не боятся. На показательных выступлениях в Рощинском молодежи показали все, на что способна современная российская армия. Летняя Пасха и Третий Спас. Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Стадион будет сдан в срок, в этом нет никаких сомнений, выразил уверенность заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Он побывал практически на всех объектах, которые готовятся в регионе к чемпионату мира. В новом аэровокзальном комплексе, на строящемся стадионе, на набережной, а также увидел финал областного турнира дворовых команд «Лето» с футбольным мячом. Мутко отметил, что со времени последнего визита в Самарской области произошли значительные изменения, многое уже сделано, и это меняет качество жизни горожан. В своем обращении к губернатору Виталий Мутко попросил уделить особое внимание навигации по городу. Ожидается прибытие до 30 тысяч туристов. Заместитель председателя российского правительства также добавил, что в спортивной инфраструктуре наметился явный прогресс. И нужно обратить также внимание на качество газонов. Тренировочные базы – это наследие чемпионата. И после его проведения на этих объектах разместятся детские спортивные школы. Самара – у нас очень важный регион, потому что мы с Николаем Ивановичем, обсуждая вопрос подготовки тогда региона, выбирая концепцию подготовки, доверили Самаре проведение, помимо матчей квалификации, еще два уровня турнира. Это 1/8 и 1/4 финала. Мы точно все в те сроки, которые мы оглашали, мы это все будем делать, что погода нам позволяет, прогноз погоды тоже пока такой, который позволяет нам эти работы провести. В эти дни на Крымском побережье проходит Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида». На полуостров съехали журналисты из газет, телевидения, интернет-изданий и блогеры со всех регионов России. В числе участников форума и два журналиста нашего телеканала, Алина Чемерис и Марина Кравцова. И вот что они нам рассказали. Именно здесь, на Бакальской косе, проходит заключительная смена Всероссийского молодежного форума «Таврида». Он в Крыму проходит уже третий год подряд. Здесь собирается самая талантливая молодежь. Архитекторы, танцоры, писатели, музыканты и вот, наконец, журналисты. Смена молодых журналистов организована вместе с Общероссийским народным фронтом. Здесь около 300 молодых специалистов из самых разных СМИ. Телевидения, газеты, интернет-изданий и даже блогеры из всех регионов России. Они все прошли специальный конкурсный отбор. А самарская делегация одна из самых больших. Это 5 журналистов. Хотя мы на море отдохнуть и полежать на пляже нам практически не удается. Образовательная программа форума очень насыщенная. Лекции, дискуссии, творческие встречи и занятия в профильных школах идут в режиме нон-стоп. Каждый день проходят презентации и обсуждения основных проектов Общероссийского народного фронта. Уже обсудили проект «Генеральная уборка». А самарский регион один из лидеров по количеству выявленных и убранных нелегальных свалок. Прошли презентации проекта «Дорожная инспекция УНФ», «Народная оценка качества» и «Благоустройство городской среды». Несмотря на то, что график мастер-классов очень плотный, мы ждем от наших журналистов более подробный репортаж и надеемся показать его уже в следующих выпусках. Готов и Родине послужить. На Рощинском полигоне прошел трехдневный форум «Армия-2017». Выставка современного вооружения и техники. Демонстрация военного искусства. Гости могли не только все это увидеть, но и записаться в профессиональную армию. Психологический тест на пригодность послужить государству российскому прошел и Сергей Кизоркин. Прямой наводкой, боевыми снарядами по воображаемому противнику. Форум «Армия-2017» – это выставка военной техники на полигоне в Рощинском и демонстрация военных навыков. Посетители могли наблюдать на расстоянии десятка шагов мини-версию всем известного и популярного танкового биатлона. И решили с другом приехать из Тольятти. Очень хотелось посмотреть танки, как стреляют. Артподготовка, атака мотострелков, радиационная, химическая и биологическая разведка, показательное выступление армейского спецназа. Даже у бывалых военных от увиденного дух захватывало. Впечатления очень прям сказочные. Эмоции хлещут чересчур, даже можно сказать. Юнармейцы 118-й Самарской школы с Красной Глинки на форуме «Армия-2017» – гости не случайные. Большинство из них готовы родине послужить. Мечтают поступить в высшие военные заведения, проходят подготовку по программе ВДВ в отряде «Берет». На полигоне в Рощинском наяву увидели, как работает военная техника, познакомились с современным вооружением и солдатской экипировкой.
Юнармейское движение было создано по инициативе министра обороны и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Создаются юноармейские отряды на базе общеобразовательных учреждений, школ, колледжей. В отряде могут быть юноармейцы с 8 до 18 лет. Чтобы пойти родине послужить в регулярной армии или в профессиональной, одного умения и физического здоровья маловато. На форуме работал военный психолог. Любой желающий мог пройти экспресс-тестирование на нервно-психологическую устойчивость и узнать, какой военной профессии он годен и можно ли ему вообще заступить на боевое дежурство. Обмануть детектор практически невозможно. Он прошел тест, и буквально через 2-3 недели мы отправляем его служить. То есть у него там ничего не изменяется, как правило. Но при прохождении части они все равно проходят профотбор, еще перепроверяются. Там более углубленно, то есть их там уже по специальности направляют. И есть такое дело. Записаться в армию можно было прямо на форуме. Здесь работал пункт отбора на военную службу по контракту. А для поднятия боевого духа и патриотизма на форуме «Армия-2017» работала выставка «История Центрального военного округа в лицах». Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Нашелся хозяин. Жители домов по улице Литвинова в скором времени дождутся решения своего наболевшего вопроса. Все лето в их дворе зияла яма, не зарытая после коммунальной аварии. Почему так затянулось решение проблемы, выяснила Олеся Корецкая. Небольшая, но опасная яма давно стала частью пейзажа во дворе 336-го дома по улице Литвинова. В конце февраля здесь произошел порыв трубы. Жители остались без отопления. Старшая по дому вспоминает, что причину ЧП устранили быстро. Работали две бригады, все нам сделали, но закапывать не стали, потому что аварийная труба, трубу надо менять там. А сейчас вот дети все приехали с отпусков. Мы боимся, как бы дети туда не упали, не переломали ни позвоночник, ни руки, ни ноги. Чтобы начать работы, нужно было дождаться окончания отопительного сезона. Но летом картина не изменилась. Старшая по дому обратилась в управляющую компанию и другие инстанции с просьбой завершить ремонт. Энергетики, ответственные за этот участок, заверили, что сети перешли к ним на баланс только в июне. В июне передали в эксплуатацию ПТС, и, соответственно, сейчас мы отвечаем за ее состояние. То есть у нее появился хозяин, можно сказать, у этой сети без хозяина. Вот, соответственно, все необходимые работы на ней будут проведены, и благоустройство в том числе. Трубы во дворе дома на Литвинова обещают привести в порядок к середине сентября. К этому же моменту должна завершиться основная подготовка к отопительному сезону. Жители просят проявить терпение, обещают, что зимой без отопления никто не останется. Работы идут по графику. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. Самарские спасатели сообщили подробности ДТП с погибшими, которое произошло в Самаре утром 27 августа. На повороте с Кировского моста на обводную дорогу столкнулись «Лада Ларгус» и «КамАЗ». 3 человека погибли, травмы получили еще 5 человек. Один из пассажиров оказался зажат на заднем сиденье вазовской легковушки. Чтобы освободить его, пришлось использовать гидравлический разжим и кусачки. У пострадавшего черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Его передали медикам. Затем из машины извлекли тела погибших водителей и 2 пассажиров. Спасатели работали на месте происшествия более 2 часов. Самарской гимназии №1 подберут нового директора, сообщают СМИ со ссылкой на руководителя городского департамента образования Лилию Галузину. Сейчас идут согласования по кандидатурам. В ближайшее время будет принято решение. Напомним, Любовь Картамышева, 10 лет возглавлявшая гимназию, находится в СИЗО. Ее обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в июне 2017 года женщина сначала получила 600 тысяч рублей, а затем и оставшуюся часть суммы – 200 тысяч за зачисление 2 детей в 4 класс учебного учреждения, после чего ее и задержали полицейские. Директор гимназии не признала вины и от дачи показаний отказалась. На Волге столкнулись 2 мотолодки. На место происшествия выезжали спасатели. ЧП случилось в субботу 26 августа в Самаре в районе спуска лейтенанта Шмидта. Обошлось без жертв. 20-летняя девушка в Самаре открыла подпольное казино. Полицейские проверили помещение, где работал нелегальный интернет-клуб с доступом к программам азартных игр. Изъято 22 монитора и 16 системных блоков. Заведено уголовное дело. Незадачливый бизнес-вумен грозит до 3 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. 1 сентября в Самарской области не будут продавать алкоголь. Временный запрет традиционно связан с Днем знаний. Недоступны подобные покупки будут с 22 часов 31 августа до 10 утра 2 сентября. Ограничение не распространяется лишь на точки общественного питания с площадью зала 50 и больше квадратных метров.
Нарушители запрета ответят за это рублем. Продавцы могут быть оштрафованы на 3000 рублей, индивидуальные предприниматели на 7000, юридические лица на 70 тысяч. Повторное такое нарушение в течение года увеличивает штрафы до 5, 15 и 150 тысяч рублей соответственно. Православные христиане отмечают летнюю Пасху, так народе называют Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 основных церковных праздников, который завершает двухнедельный пост и годовой богослужебный цикл. Успение празднуется несколько дней, в течение которых на Руси было принято освящать церковным чином урожай орехов и зерновых. Репортаж Олега Зверева. В православном календаре праздник Успения Пресвятой Богородицы завершает годовой круг богослужения. Окончание земной жизни Девы Марии в народе называют еще летней Пасхой, ведь, как гласит предание, она не умерла, а уснула, а вскоре после этого воскресла. Для каждого христианина это еще одно свидетельство того, что со смертью тела душа остается жива. То, что человек каждый день засыпает, это тоже образ смерти. И Божья Матерь, она не умерла, она уснула, и уснула только телом. И как нам кажется, и как мы это воспринимаем во времени, но на самом деле человек переходит к Богу, и он не будет ощущать какой-то длительности между смертью и воскресением. Праздник Успения относится к числу 12 основных христианских торжеств. В этот день, как и перед Пасхой, в центр храма выносят плащаницу, образ усопшей Богородицы. И с радостью о воскресении Пресвятой Девы верующие завершают строгий пост, который длился последние две недели. Успение Пресвятой Богородицы отмечается несколько дней. На второй день праздника, 29 августа, церковь прославляет нерукотворный образ Христа Спасителя. В народе этот праздник называют хлебным или ореховым спасом. Принято освящать новый урожай зерновых. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Остались считанные дни. О готовности самарских школ к 1 сентября расскажут эксперты. ЗОЖ по-прежнему в моде. Городские власти обещают отремонтировать старые спортплощадки и построить новые. Пули свистели над головой. Самарские школьники прошли финальный этап игры «Зорница». На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся.